Здравствуйте и добро пожаловать в программу «Вкус». По-японски сурими — это мелкорубленная рыба, изысканный рыбный фарш. Веками производится здесь, в районе Одавары, и не имеет ничего общего с привычными европейцам крабовыми палочками. Мастерство сурими — это ручной труд. В районе Одавара, расположенном между горами и заливом Сагами к югу от Токио, мы встречаемся с Тьерри Вуазеном. Французский шеф-повар из мишленовского рейтинга давно трудится в Японии. Он покажет нам самую известную фабрику сурими и представит ее флагманский продукт. Что же такое камабоко? Камабоко, как и дзюдо, это целое искусство. Это продукт чрезвычайно благородный, позволяющий раскрыть ценность рыбы. Мы встретимся с мастером камабоко. Мастер по-японски – сенсей. Сенсей, добрый день. Камабоко готовит из свежей рыбы, которую затем мелко рубят. Несколько точных движений, и филе разделано. Работа вручную позволяет нам проверять качество филе. Мы просматриваем каждую пластину рыбы. Мы также регулируем температуру, другие параметры при обработке камабоко. Так мы добиваемся легкой текстуры. Район Одавары отличает отменное качество воды. Горная, чистейшая, насыщенная минералами. Ее добавляют в пюре из рыбы, чтобы добиться пластичности, необходимой для формирования камабоко. По традиции рыбе придают форму с помощью ножа на деревянных досках. Затем готовят на пару, затем остужают в холодной воде. Камабоко готовы. Кажется, будто они сошли с конвейера, но нет, это сделано вручную. Это правда. Давайте попробуем. Я уже заждался, поспешим. По соседству с фабрикой расположены магазины и кафе, предлагающие камабоко. Для японцев это изысканное, праздничное блюдо. Вот-вот можно будет снять пробу. Мы предлагаем сурими в разных вариантах. Запеченный, жареный и отварной. И, наконец, наше фирменное блюдо – камабоко. Его сформировали на доске и приготовили на пару. Это действительно вкус рыбы. Мы чувствуем аромат рисового вина. Оно добавляет нотку сладости. Мы едим типичный японский продукт. Это и вправду визитная карточка Японии. Чувствуете текстуру, вкус? Я бы хотел, чтобы люди познакомились с этим продуктом. На мой взгляд, он просто исключительный.